Я уже в Киеве. Мальчики, помашите мне ручкой. Помахали, потому что мне отсвечивают. Спасибо. Мальчики со мной ехали. Ну все, ребяточки, я уже в Киеве, жду, сейчас меня будут встречать. Я думаю, вас приятно удивить наша встреча. Ждем. Все, бежит, 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 бежит. Вот мой сюрприз. Наташа. Да ты вообще не такая. Не знаю, дорогая. Не то подпорвано, давай поцелуемся. Наташа, это Наташа. Здоровайся. Это Наташа Нафи из группы Бьонди, правильно? Блонди, Бьонди, оно же одинаково. Ну поехали? Поехали. Подожди, подожди. Ты это мне говоришь 12-е, вообще 11-е. Я тебе смотри, это тебе мама передала, там еще сливочки, я потом выйду, да. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Спасибо. Она же это самая, сестра смотрит и дочка. Спасибо большое за фото. Да не за что. Наташка. Боже, я с тобой хотела увидеться. Я хотела. Я вот сколько смотрела, все время думала, что наступит день, и мы с тобой увидимся. Так что всегда нужно верить и думать о том, чему хочешь. Не говори. Боже, як тебе не любити Київ. Ты что, я обожаю Київ. Я обожаю. Ну не очень холодно, я думала холоднее. Вчера было вообще так холодно, сегодня потеплело. Ой! Да я хоть тебя... Поснимаю на память. Натуся! Так, дома мы у Наташи. Натуся, кстати, такая красивая квартира. Что ты квартиру нас не покажешь никогда на своем лайв-канале? Покажу как-нибудь. Очень красивая квартира. Наташа готовит завтрачек. Наташа, это давай рецепт. Там просто грибочки, лук, сейчас яйца забросим. Вот, специально для Самвела. Показываем, как готовят в Киеве. Слышишь, сейчас Самвел скажет, что я лук забросила ради завтрака. Красота. Сейчас просто убрала с огня. Карлу нравятся такие вот плиты, но они говорят очень много сосуд энергии, да? Нет? Наверное, я думаю, да, света. Да. Много убирает. Так. Красота. Знаешь, сколько я лет не ела такую яичницу? Вот. Вообще. Супер. Сейчас покушаем. Сегодня в Киеве классная погода. Сегодня потом пойдем потусим немножко. Да, погуляем. Обязательно. Так, красота. Так, Наташка приготовила такую красивую утреннюю яичницу с грибами, с лучком. Наташа вообще так красиво смотрится. И салатик, утренний салатик. Едим без хлеба, Наташа сказала, все. Сидим на диете, да, Наташка? Да? Приятного аппетита. Да, просто нет хлеба. Поэтому... Ничего страшного. Приятного аппетита всем, кто кушает. Да. Так, у нас на Тусе продолжается мастер-шеф. Мы уже обед решили себе сделать. Да, уже сразу обед, чтобы потом ничего не делать. Смотрите, режем картошечку. Как интересно, да. Наташка режет картошечку. Наташка такая красивая. Покажи свой костюмчик, Роза. Да, она такая маленькая. Был прав Самвел, что когда смотришь видео, я тоже думала, что ты такая, знаешь, пополнее. А потом вот когда приезжаешь в жизнь, она такая миниатюрная, такая так маленькая. Ты же принцесса. Не, но все равно, ты знаешь, я думала, вот я такая вся такая говорила всегда, ну, последнее видео снимала, говорила, что вот похудела я. Ты знаешь, я на пельмешках там хорошо, так пельмешки, вот эти вот сальцо все копченое. Все да, теперь не, давай. Не, ну камера в любом случае увеличивает. Добавляет на килограммы 3-4, иногда и 5, это смотря какой человек. И поэтому мы кажемся ого, больше. Много так. Много, да, и щеки. Не, ну у меня бочка выросли за эту неделю. Наташенька, да, давай мы тебе хотя бы представим. Я так тебе, я же так нам протараторила. Я сегодня готова. Наташа, у нее есть свой канал на Ютубе. Называется? Наташа Нафи, Нафи 999. Это бьюти канал. Очень Нафи интересно. Нафи Лайф тоже. Но я ссылки все оставлю под видео, да? Так что... Наташка, брови какие у меня. Мы переключаемся сейчас. Я как, ну, уже поняли, что у Наташи позавтракали, пообедали. Теперь, конечно, Наташа меня приводит в порядок. Было очень интересно посмотреть макияж профессионала и отличить его от другого профессионала Самвела. Вы уже видели видео на канале Самвела, как он меня накрасил с закрытыми глазами. И так интересно получается. Я никогда в жизни не красилась у профессионала. Сегодня я, короче, работаю моделью. Да, ну это мы сейчас только еще в начале пути. Ну да, потом покажу, как получится.
Капец. Начинаем красить глаза. Mm. Бровки сделали чуть первый раз пошире. Вот, сейчас делаем. Слышь, Наташа, на каком этаже мы? 14. Капец, как высоко. Прикинь, вот люди, кто-то же прыгает. Это вообще ужас. Я не представляю, как можно прыгнуть вообще. Я вообще высоты боюсь. Я боюсь высоты. Я даже так выглядываю. Мне тут... Ой, там детская площадка, ну подожди. С высоты глянуть. Капец. Но все равно прикольно сверху смотреть, потому что высокие вот эти вот бордюрчики. Да, не страшно. Ну все, покатили. Натуся, помахай всем ручкам. Натуся. Идем в метро. Боже, какая она красивая. Какой у нее натуральный цвет волос. Я в следующий раз приеду, я тоже так покрашусь, Наташа. Да, поведем Марину да. к ребятам. Я хотела пойти. Но у меня в Италии как-то они не понимают, что вот не надо быть такой гидроперитной. Они как-то там не тонируются. Хотелось, конечно. Это мы сейчас едем на Хрещатик. На Хрещатике не была 100 лет. Киев обожаю, люблю, я бы здесь жила с удовольствием. Идем на Хрещатик. Боже, счастливая я, наконец-то я на Хрещатике. Сколько лет мне было? Ой, ну я давно не была, очень много лет, даже говорить не могу. Ну, может быть, приездом. Но я, по-моему, даже когда приезжала в тот раз, я что-то не... Боже, какая погода хорошая. Приезжала в тот раз, как-то ничего. Давай на Хрещатик, может, пройдемся. Да, ты что, мне махают? Нет, что? Боже. Давай пройдем на этот самый, на Хрещатик, да? А многие говорят, ой, в Украине так непривычно, когда снимаешь. Мне нормально. Ну, смотрится. Мне тоже нормально. Я мы же по скайпу. Когда, да. Мы же с вами по скайпу разговариваем. Да. У меня бывает такое, я монтирую, а потом я когда просматриваю материал, я вижу, что кто-то там сзади начинает показывать. Ну, наоборот, что-то. Динамику видео придает. Да. Да? А когда иду, то этого не видно. Нет. Честно, я сама давно не была на Крещатике. Много, да? Ну, я так проездом, пробегом. Ой, обожаю Киев. Я его люблю просто. Здесь прошла вся моя юность. Так, Натусь, это где мы находимся? В подземелье, да? В да, глобус спустились. Здесь это как называется? Глобус. Под землей, как да. перехода или как? Ну, нет, это большой торговый центр. Построили классно, да? Ну, уже давно, да. Ну, да, да. Тут все есть, да? И ресторанчики маленькие, все. Да. Вот такой у нас тоже открылся магазин, там все из шоколада, знаешь, типа и брелочки, и все. Здесь раньше ж водичка была. Ну, была, и копейки бросали. А что теперь нету? А? Красиво было с водичкой. Натуся. Красиво тоже мне нравится, когда вот в торговых центрах такие вот это банты или цветы, как оно. Тут еще, знаешь, что мне нравится? Здесь прямо можно сделать гелевые ногти, можно сделать наклейки на телефон. То есть ты даешь им телефон, они там блесточки клеят. Ну, это было, когда вот я была там 4 года назад, 3 года назад. Духи там вот это вот на разлив. Ну, короче, здесь можно просто погулять, знаешь, зайти сюда и не ходить больше нигде. Да? Но я люблю другие торговые центры, это такой центровой. Но здесь все равно цены даже на блокнот по 400 гривен. Понимаешь, купи блокнот ребенку, он его бросит через 2 дня. Блин, красивая обложка, а бумага внутри такая же, понимаешь? Мы выходим, да? Да. Надо застегнуть. Вот так вот Наташа снимает видео. Мы только что передали привет Линуле 864. И на Наташином канале. Теперь передаю на нашем. Тебе столько приветов сегодня, Линуля, тебе огромный со всех привет. Каналов, да. Самая хорошая, самая добрая, вообще одна из самых хороших, одна из самых добрых блогеров на Ютубе. Снимай, иди вперед, ни на что не смотря, да, Наташа? Да. Наташка, такая.